украинские пленные, которые решили сложить оружие. А это в Донецкой республике массово сложили оружие украинские военные. Их привезли в безопасное место, скоро отправят по домам. Наш военкор Андрей Руденко поговорил с ними. Сюда как именно попало? Вот сюда. Сдались, нас привезли. Сколько человек? 14. Все сдались. Почему сдались? Потому что мы не хотим стрелять, мы не хотим этого. Зачем? Мы хотим жить.